Дайте столик. МК ему дать, а он на крышу залез. Так ты дал уже все равно. Так я отошел, я ведь не мог дать. Ты что, типа, вне зоны? Я просто наверх смотрю, слабый. Ты на крыше сидишь. Просто ты тролль, слабый. Не редак. 5 минут времени, и я буду редак. Аня, орбит, мрозь. Это фигня. ДК. Ты в ВК не ходил с нами, не видел, где я лажу. Андрюша. Да, орбит, хилом. Пошлите, мрозь подойдет. Только много не бери, сейчас там шаман спек поменял, по команду лет. Че, все, стартуем? Да. Я на пару минут отойду. Волтер, блядь, давай быстрее. А у Паулы Спиргада есть тут же на... Блядь, а я хотел зайти, хуй дал. Коняшки не нужен, но да, там. Таня, ты меня слышишь? Я? Не, другой, ДТ. Да, слышал. Что мы искали с ДД с пеком по воде? Все, я понял. Просто спрашиваю. А вы тут сколько проносили-то в каре? До куда дошли? Посмотрите. Блин, ходил с другой гильда как-то. Блять, на коняшке просто ваншотало пол рейда. На второй фазе. И как убивали? Да никак, очевидно. Никак, очевидно, блядь, потому что после 3 траев я понял, что все понятно. Ладно, ребят, давайте. Удачи, время не хочу терять. Спасибо. Слабые? Да нет, не знаю, нормальные были. Одеты, в принципе, ребят. Я в том плане, что морально слабые. Мы первый раз коня 4 часа, по-моему, убивали, блядь. Да. Ну, блядь, додумались, как заморили, да нахуй. Ну, простая гильдия, никаких потных людей тут нет. Потных нету, да? Нет, ну, обычные игроки. Кто-то хорошо играет, кто-то плохо. Кто-то как может. Кто-то я, да, вот послушали. 8 по МСК всегда. Ну, практически на выходных пораньше. Ёбаный пир. Через пару месяцев будет всем по Москве. То обратно переходит? Ну, как переведут время, да. Заебали. Да, приз просто мозги спонесли. А, они в ШП, наверное, долго стоят, или как будет все. Да, проблема в другом. Андрюша, в лаборатории. Бать, тебе пора поспать, да? Да, было бы неплохо, если ты... Что-то пиздец, да. Бобы, мобы.
Так, сегодня травим до часа ночи, да? Да. Ни хрена себе. У меня время, если что, до 10:30, ну типа 2,5 часа где-то есть. Мне завтра на работу. Все, тут первые три босса убиваются буквально за 2 трая. Первый трай я объясню, как мы бьем, если, допустим, кто-то не поймет. Это танков касается, потому что мы с вами первый раз. Или если кто-то из другой затупит, там я бафну нахуй внимательно. Твою или чужую, это не столь важно. Мы бафнем внимательность в коня. Вот я его зарьем. Коня я хуярю, просто выжил. Короче, конь убивается элементарно. Главное стоять как положено. Мороз тоже убивается элементарно. Ролятся мобы. Нужные мобы выраливаются и убивают. Ты что подпуливаешь? Элизабет, а ты не ДВшник был, не? Нет. А в какой гильдии я тебя видел? Не знаю. Где-то ты был. Я хожу по возможности, потому что, да, потому что 3-1 работаю. А, ну и тоже 3-1. Тоже 3-1 работаешь? Сутки трое. Это пиздец. Ну, в плане даже не для игры, мне кажется, не всегда это, блядь, комфортно. Неправда, я работал. Сутки отработал, трое свободен. Только вот два рейда первый. Так? Нет, я 3 работаю, 1 отдыхаю, бля. А. Ну да, я блять, что за... Что? Я тоже с позиции, что типа один отдыхает, ну 3 еба. Я все думаю, ну как бы не очень жить в таком графике, потому что... Ну да. Мало времени для всего. Не только для игр. Нет, да тут даже не то, что мало времени, оно просто неудобно распределяется из-за того, что оно постоянно сбивается. У всех выходные, все хотят там отдохнуть, друзья знакомые, а ты пиздуешь. Да, суббота, воскресенье, особенно когда еще не выпадает, это пиздец. Но у меня на этой неделе суббота, воскресенье, выходные, типа я с вами буду. Если что. Отлично. Что мне скажет? Четвертая сеспо, это у нас что? У меня в пятницу не будет. Это пятница. Можем еще мобов подпулить. Типа только осторожно там пачку без разницы взять. Андрюха, дай маску сеспо. Нет, они там ближайшие не сагрятся, там сагрятся штуки 4-5. Не, ну только через коня играем. Блять, пол. И давайте 2 шага назад сделаем, чтобы мы там не должны добежать. Да то ты не знаешь, Давида, где конь, у Кирилла. Да, блять. Спиздил. Не спиздил, а сролил. А ну кто так делает, я тебя умоляю. А чё, конь падал вот здесь? Ну да, и блять. Как коня убил, он выпал. Я, блядь, за свою жизнь одного, по-моему, или это первый, или второй конь, нахуй. Тут я не помню уже, сколько траев сделал, но вот я точно туда 15 раз приходил. И он не падал. А можно еще подпилить? Или его нахуй? Его нахуй, давайте сделаем. Не, лучше с боя выходить. Да-да-да, не пуль, не пуль. Эта дорога намного больше урона даст. Кто? Кто?
Пава, ты ж убивал этого босса, да? Ну, не этим персом. Вы через диспел убивали? Угу. Тогда по диспеле. Ты, в принципе, можешь и не бить на первой фазе. Можешь тупо стать в центре и диспелить. Хочешь, и на первой, и на второй, да? Да. Только же на третьей будешь бить. А что это, дух три фазы, что ли, летает? Там какой? Он на первой летает, на второй милиски КПК стоят. Ну, можно побегать, но ты можешь словить дебаф. Я умру. Это хуёво, что ты умираешь. Ох, ебать. Пау, забирай там. Я войско сдал, бегите. Меня надо доковырять ебаного. Ебать, а что, всех работяг уебало? Да за тебя. Не-не, положи еще живой. Это было просто временное место. Вы you are next. Ну что-то еще нормально уебал. На второй фазе танк просто в определенную позицию ставит, и он, блядь, не бегает куда попало, а бегает чисто в танка. И все. А ну, третий... Блин, когда я бил с ребятами, он бегал типа треугольником, ну конусом каким-то этого шатка бегать. Не-не-не, он будет бегать четко по правилам. Мы ему скажем, как он будет бегать и никуда он нахуй не пойдет. Ну скажешь, короче, куда там что. Ты на первой фазе станешь туда, где ты будешь стоять на второй, понял? Просто почему миличникам не рекомендуется идти, потому что может быть такая ситуация, что... А второй фазе он тебе замедло повесит, и пока его продиспелят, блядь, тебя влетит конь или нахуй тушка зацепит, и ты умрешь. Понял? Mm-hmm. А танку поебать. Ой, блядь, меня какой-то дух хуярит. Да ты ебись ты от меня, ты сука. Кто-то падает. Ну, Лара нахуй приговорили. Повесили. Он поуехал. Ебало получил. Тоха, простудишься, вставай, блин. Да уж добили лесни. И по боссу не въебал. Кто так пьет, блядь? Ну, мощно. Как в сталкере, блядь. Да, как с какой-то игры звук включил. По видосике смотрел. Короче, ДК, смотри. Лиза, да. Угу. Дади на арену, я покажу тебе сразу. Ты держишь его вот тут. На первой фазе. Вот так становишься с ним. Понял? Угу. Держишь его. Как у босса будет 52%, просто в мид подойдешь. На миду будешь стоять. Появится ловчий. Ловишь и обратно его сюда ставит. Бьешь. Это же на второй, типа, сюда же возвращаешь. Да, на второй, блядь, залагало нахуй. Там можешь этот метки повесить. Не надо, ты никуда не этот. Ты не нужна ты. По-моему, надо от разбежки отходить. Сейчас, 2 секунды. Я тут. Хавайте рыбу.
Я поставил. Начинаем со стенки, получается. Ну, там я тебе уже пока. Ты ему про разделенные муки скажи сразу. Сейчас. Я просто не мог говорить. Похавай рыбу. Я тебе поставлю метку, в которой ты будешь удержать первую и вторую фазу, понял? Да, 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 поставь твердые метки. Тебе одна метка нужна. Вот это, наверное, лучше. Вот тут ты его держишь, понял? Угу. Когда у нынешнего, у этого, короче, коня будет 52%, ты просто выйдешь с ним на центр и словишь именно ловчего уже. Не коня, а именно ловчего. И поведешь его туда же. Он тебя пиздует, пиздует, он начинает кастовать разделенные муки. Вокруг него такой фиолетовый круг будет появляться. Тебе надо отбежать от него на 12 метров вот сюда. Сторону. Правую, ну, вправо отбегай. Мы всегда отбегали вправо, не знаю, влияет ли вправо-влево, но лучше отбегай вправо. Он кастанул. Ну, типа быша, короче, будет давить. Да. Кастанул. Когда кастует, он нанесет урон, вернешься, поставишь его сюда же. И так каждый разделенный. Отбегаешь, подбегаешь, отбегаешь, подбегаешь, отбегаешь, подбегаешь. Все. Третья фаза. Ловишь коня, ставишь, чтобы конь стоял вот так, как я сейчас стою. А ты вот так стоишь. Понял? Лицом на арену, спиной к стене. Я понял. Да, и просто он будет кастовать там, блядь, галоп. Ты можешь насквозь его проходить, а потом возвращаться. Понял? Да, и все. И он будет туда-сюда бегать в ворота, а не по арене. И все. А миличники все и так знают. Паладин убивал по такой же тактике, я так понимаю, да? Хуй знает, я там совой бил. Ну, сейчас посмотрим. Короче, на первой фазе можешь стоять в середине, вот тут, где я сейчас прыгаю, и диспелить. Хочешь, иди в миле, но просто будет неудобно смотреть, на ком дух тогда, когда больше 4 человек. Понял? Он может стать криво, что хуй поймешь, кого он смотрит. Смотри. На второй фазе ты сюда к воротам подбегаешь, к РДД, и стоишь чилишь. А на третьей фазе уже бьешь босса. Понял? Угу. Геру мы сдадим на второй. Так, к воротам, РДД. Говоришь, вот здесь вот, да? Да, это на второй фазе к воротам станешь. Ну, тут РДД будет стоять, кучканемся с РДД, да и все. Парни знают, куда им съебаться. Проверяйте бафы, ласки, хуяски. Даю отчет. Милики, мы все, блядь, бусты сливаем нахуй. 5, 4, 3, 2, 1. Пуль. И в красную метку веди его. Красную метку. Катрон, впереди налево, Саня четко за спиной стоит. Пошел дух, кого поехал? О, отлично. Можно даже на это не отвлекаться, уже ебить. А все полагает? Нет. 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 Так, минус дубик нахуй. Стопнули. Стопнули, пускай прокастует духа. Отойдите от стен. Все, веди в центр. Веди в центр. Блять, сейчас дух будет ебать, дремать. На нахуй, на 20 посмотри. Ну Берни, тебе дубик. Лови босса, ставь туда, куда я говорил. Дубик, Берни, мага. Берегитесь. Прокидывал мага, дали Геру. И пиздите босса. Берегитесь. Я отошел, прокастовал. Антоха, а что ты там, блядь, делаешь? Антоша? Отлично. На нахуй.
Я зато знаю. Берегитесь. Воу. Что он не так сделал? Нет, бежал. Ты поздно побежал. Этот урон, вот этот каст, он наносит 180 косарей. Муки-муки, которые, да? Да. Да, от него надо сразу убежать. То есть, как он начинает кставать, сразу ты пэшусь в другую сторону, да? Да, ты на ноги успеешь выбежать. Там гражданство уже надо выбежать, да? Ты знаешь как? Сейчас я тебе покажу. Маленькую фишечку. Это сэкономит тебе где-то 0,3 тысячных секунды. Это же почти нихуя. Ну да. Там же говорят, за спину просто забежать надо. Сколько стоит? Нет, это нет, он в радиусе. Это он. Это босс, он. Это босс, парни. Ну, это если за спину, то на третьей фазе лучше. На три. За спину забегать. Да. Это на третьей фазе надо за спину забегать. Смотри, вот ты его на второй фазе поставил, чуть-чуть агра набрал и просто вот так разверни, понял? Угу. Чтобы вы сейчас... РД похуй, в бок, хуёк хуярить. А тут, когда он в бок будет кастовать, тебе будет быстрее отбежать потом, понял? Угу. И потом вернуться. Потому что если муки словил, ты умер. Мне начать бежать за сколько? Типа, когда он уже кастует или до? Ну, типа, я имею в виду. Нет, сейчас я побежал, вот... когда он кастовал. Ты побежал, когда он где-то секунда каста прошла. Ты должен в тот же момент побежать. Угу. Ну, по ДБМу я вижу, сколько там остается. Ладно. Вот когда остается ровно секунда, ты, ну, типа, приготовился, только каст ты сразу, чтобы он за тобой не побежал, понял? Угу. Ну, можешь попробовать там в 0-1 побежать, просто если ДБМ объебется, ты побежишь хуй знает куда с этим боссом, потом еще сильнее убежишь, потом конь решит побежать в другую сторону и ебанет РДД. 3 секунды там хватает 12 метров пробежать. Секунду, релогнуть. Ну, понял. Давай. Так этот каст вокруг этого босса, да? Ну, да, 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 да. Он бьет в радиусе 12 метров. Угу. А сколько кастуется? Долго? Может, красноязычие надо кидать? 3 секунды. А там и так без красноязычия спокойно выбегаешь. Ну, если красноязычие будет, у него будет 100% шанс выбежать. Ну, я могу побросать. Там будет секунды 4, блядь. Покидай, если оно будет работать, покидай, Марик. Конечно, да. Будет. Оно даже на личе работает. Это, блядь, где-то работает, где-то нет. Сегодня работает, завтра нет. Это ж пиздец. Ну, покидай. А, смотри. Сань, танк. Угу. На третьей фазе ты стоишь вот так, вот как я. Да, да. И конь тебе въебало смотрит. Да, конь тебе въебало смотрит, кастует, пробежал насквозь коня, конь убежал. Конь заходит на арену, его, он сюда встал, ты развернулся, и он опять кастует, и так по КД. Всю третью фазу. Если на третьей фазе нет просто смысла давать, потому что это хуйло, блядь, сало. Он стопает каст, это пиздец, как по РДД ударит. Лучше они переведут быстрее, и мы подключимся. Все на месте, все с бафами. А, все. Пять, четыре, три, два, один. Ай, блядь, ты чё, сука? Веди, веди, веди его туда. Пошёл призрак. Ебать, молнии нос. Красавчик. А он только говно, блядь. А что он? Не может, блядь. Стоять где надо. Ебал. Вот забыл, как ушло. А я ж только шо говорил, что когда милик. Процента? Ну, у меня уже, блядь, голова не работает, но... 53. Центр, 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 центр. Смотрите, у меня удержки. Лови.
Лови, лови, веди туда. Да можно чек. Берегитесь. Держим танка, поставим находки, и Гера. Красное зачем вести? Нихуя не видно, ебать. Покажите контент, блять, сейчас дернусь, нахуй ебало. Берегитесь. Отбежал? Бежал, красавчик. И ставь его обратно. Кстати, красноязычек, они с ним не работают. Отбегай, отбегай. Возвращайся. О, ебать. Все, все, все. Лови, лови. А, он же, блядь, не. Он не таунит. Брось, нажми что-нибудь. Может, все? Все, да. Я баба. Че опять случилось? То есть то, что я этот кинулся с танку, это не сильно помогло, да? Да, тут же, блядь, там. Да я не помню, что не там. Не, по-моему, он также кастует 3 секунды, если честно. Ну, по-моему, да, нифига не работало. Я лучше кину проклятие Рока, потом. Ну, ты смотри, ты. Не Рок, а ты как ему объяснил стоять вот там, на противоположной стороне от рейда, да? И как дальше? Как он должен выбегать? Сейчас покажу еще раз. Да просто я сейчас скажу, оно может не так. Может, он что-то не так делает. Не-не, я же в первый раз пробегаю, я просто второй раз почему-то умираю. Ну ты не почему-то умираешь, ты, видимо, близко к боссу стоишь. Да-да, чё да допекаю. А у тебя видно его АУЕ, такое фиолетовое? Да. Короче, смотри, представь, что я босс, вот ты меня сюда привёл, вот, а теперь куда ты должен встать? Типа вот сюда вот. Точно. Ты должен вот так меня развернуть, понял? Я буду легче отбежать. Дай ассиста на Войда. На кого? На Войда. На Пава. Кинул. Короче, смотри, вот этот пидор стоит, допустим, в кресте, да? Угу. Вот, грубо говоря, ты отвел его, ну даже не то, что в кресте, вот, допустим, повел его из центра, да, и в сторону треугольника, где-то вот так вот его поставил, и развернул, вот здесь вот стоишь, босс у тебя лицом в крест, допустим, смотрит. Этот видорас начинает, но ты его проведи из треугольника в крест, и остановись, когда ты на максимальном ренже, то есть скиллы у тебя, автоатаки, когда... Привет. То есть когда шаг назад делаешь, и босс на максимальном ренже тебя, он тебя бьет, ты его бьешь. Как он начинает каст делать, ты просто вот так вот хуяришь и все в квадрат. Знаешь, какая есть проблема в том, что ты метки поставил? Если босс будет стоять возле треугольника, конь забежит в стену, а потом забежит в рейд. Там как стоит босс, так и конь бегает. По-другому. Понял? В этом-то и суть. Ну типа... А босс куда бегает? Вот босс тут стоит, и конь вот бегает вот с этих сторон. Да, он бегает со входа, понял? Вот там, где мы стоим. И он никогда не забежит ни в рейд, он будет только в сторону танка бегать. Соответственно, он никого не шотнет, не зацепит, никаких случайностей ну, не будет. Ну, короче, смотри, так ему, ну, допустим, он крест поставил босса, босс ебалом в крест смотрит, сюда в стену, да? Ну вот, я босс, ты меня сюда привел. Да, да, да. Вот, и потом ты просто вправо для вот себя. Так, повернулся. Вот так, да. Я вот так стою. Когда вот начинается каст, я просто убегаю, да? Да, вот туда, вот так. Вот так ты должен сделать декап. Все. Потом он ловит обратно босса, чуть-чуть тут с ним походил, поставил его как надо. И балом в крест его ставит так же. И обратно становится в сторону синей метки. Ну просто в чем момент? В том, что ты поставил, да, его? Что это сейчас босс? Ты типа готовься бежать. Вот ты его повернул, да? Ты вот можно как стоять? Можно к боссу стоять вот так? А можно вот так стоять. То есть ты на максимальном ренже от него стоишь, чтобы ты когда начал бежать, тебе уже осталось пробежать не 12 метров, а 8 метров. И ты быстрее выбежишь. Ладно, что, понял, погнали. Ребят, короче, могу вам посоветовать.
как Войд почти рассказал, РТД стоит перед входом, прям вот от входа прямо, если идти, прям там все стоят на второй фазе, а танк танчит возле калитки, где входите вы. Я вот, я танк, который танчил под потным подмыхом. Вот, и как бы я там танчил, я успевал отбегать, как бы ничего сложного. Мне РЛ за секунду до каста говорил, типа, отбегать. И каждый раз, типа, он мне повторял, отбегай, отбегай. Ну, хотя я и сам видел каст. Парни, я вам так скажу. Это все прекрасно. Но, блядь, я не знаю, можно... Ну, мы убиваем его с первого трая. Ну, блядь, это хорошо. Пожар это ноль. Ну смотри, вот тут стоит, как убивает Гомель. Они стоят вот тут, где я сейчас стою. Я нет, мы убиваем почти так же, как и вы, только у нас расположение совсем другое. Так я те же яйца, только в профиль. Суть-то нихуя не поменяется. Если танк не, если ДК не может отбежать, то хоть там, хоть тут он не отбежит. Пока он не поймет, как ему отбегать, да пизды, как ты будешь его ставить. Там же, типа... Круг фиолетовый такой, типа, отображается, докуда убегать. Я не знаю, как там вообще невозможно убежать. Еще раз. Ну, когда кастует босс Муки, то появляется фиолетовый круг в радиусе 12 метров. Там отбежать, ну, это вообще. Ну все, давайте пробовать дальше. Рыба. От души. Мэрик. Пять, четыре, три, два, один. Пятьдесят 4%. Отходи от стены. Лови. Берегитесь. Гера? Каз. Возвращай. Берегитесь. Секунда до каста. Ох, ну он прям на краю был. Хуй, надо дальше отбегать. Что не так? Секунды до каста я не там даже, начинаю выбегать и отошел. Так он за прям... тобой
побежал. Берегитесь. Там надо было еще, походу, дальше, потому что действительно фиолетовая метка была где-то там, где сено, то бишь ты дальше стоял, здесь все равно ёбнул. Пиздец. Значит, он чуть больше, чем этот радиус сказал. Ты выбегай не за секунду до каста, а когда он начинает кастовать. Тебе сказали okay. За секунду, ты побежал, и босс за тобой побежал. Не. Yeah. Как ты первый раз выбежал? Блинка. Блин, наконец не повайпался. Ебаный шакал. Я когда тебе говорю секунда до каста, просто сосредоточься на появлении каста. Не знаю. Два предыдущих танка, которые танчили этого босса, именно так и делали. И не возникало проблем. Вот они сосредоточились и побежали. Понял? Окей. Будет секунда. Он начинает кастовать, я съебну. Ну просто да, напрягся. Только каст появился сразу, ну, я хуй попиздячу. И можно даже чуть... не на край вставать, а дальше выбежать. Чуть дальше от фиолетовой отходи. Ну все. Окей. Погнали. Стой, я пул, да. Ты пробаха. Пять, четыре, три, два, один. Замахнулся, заебей. Трипот в бою выпил, тоже супер. Это ты сам виноват. Я все время единичку жму, без проблем. Ты, блядь, гулю опять нахуй срезал. Центру сошли. Блядь. Та за шо? Он ресетнулся, резко. Рыба сейчас стоит быстрее резать. Может, не надо босса заводить, он перед собой кливает. Нам от стенки надо отойти, чтобы он не ресетнулся. Рыбу быстрее, пока не исчез. Смотри, Ганну, кинь информацию о смерти. Да, она мне пустая. Сейчас я читать аккаунт посмотрю. Просто ты... Смертельный удар, наверное, кастует. Да, то, что он кливает, я согласен. А тут пусто. Только прикол в том, что он кастовал этого духа ебаного. И был каст духа, и мы его перевели. Может, клип, я не спорю. Но просто был каст духа, это точно, что я вижу. Но у меня информация о смерти пустая. Я посмотрел, у меня не отобразило в этом. У меня скада это показывает, что... Объятие вампира, что-то на мрось написано. Да нету это, там, блядь, информации. Это, нету. Это его собственная херня. И он ресетнулся еще, хуйло. Ну, можешь не прям в центр заводить, просто надо от стены отойти, чтобы он не ресетнулся. Если под стенкой стоять, этот долбоёб ресетнется. Вас бахнули? Кирилл, это, пропав. 5, 4, 3, 2, 1. Все зависли? Нет. Я понял.
Я бы на Родгуле не то, надо было эти диски там помариновать. Процента. Сейчас, осторожно, не клевани сейчас. Парни. Сейчас опять на нахуй. Ну да. Ну там я либо быстрее переводить, либо подождать, чтобы он полноценно так вставал. Не, поднять, сейчас клевом уебало умирать. Может так не надо делать. Может рано просто заводил. Да нет, просто сейчас. Там не обязательно прям в центр вставать, можно на 5 метров от края отойти и все. Просто надо перед было... Харри не стоять желательно, РТДшником, и все. Надо было просто поспать, я тяжело, блядь. Тяжело что-то говорить. Как мы первые разы все делали нормально? Там мы просто его как раз подводили, ну типа он там на 52 начинал бежать и как раз униклевал. И все, блядь. Это... Сейчас. Сейчас я ебать. Капельницу. А если в центре танчик? Капельницу себе поставлю, будет нормально. Давай, его можно в центр поставить. Можно в центре подержать. Ухла. Не принципиально. Просто от него отбегать, отбежать и все. Чтоб он не уебал нас. Ну, от стенки. Я поставил рыбу. От стенки надо будет отойти, а меликом все равно уебало смотреть. Не знаю, под стенкой... Вот так вот хватит отойти, как я возле этой темы? Да, должно хватить. Да, я, по-моему, в прошлый раз так отходил, он зрит этот. Ну, подходите вот сюда, он не достанет кливом, как вот для вот этого зеленого. Он кливает перед собой? Да. Пусть просто. Танк его просто развернет, блядь, вот так вот держит. Так, пускай он танчит, как он стоит, так и стоит. Ну только нет, наоборот же, мы что тут стоим, бьем, он просто... Так он развернет его просто. А, ну и все, да-да-да, блядь, это в принципе давайте, вообще. Давайте. Похуй его. Первый яйца только в профи. Стой. Пять. Вот это правильный пул. Пять, четыре, три, два, один. Разворачивай сразу же. Все, там не... Ладно, похуй. Похуй. Ма. Верю. Да. Так, сейчас чё? Отводи от стенки, Отвожу. Добейтесь. Всё, отлично. Словил. Али. Геру назвали. Нихуя не видно. Да ёб твою мать. Беги. Я проебал каст. Это все увидели. У меня... Не, смотри.
У меня разделенные муки даже еще не начались, блядь. А он уже прокастовал. Берегите. Ты лагаешь? Всех выкинуло. Я не лагаю, бля, вот. Не, Дэвид, чтоб тебе выкинул. Я вылетел. Ну, заходи. Давай Пау потанчит, а Андрюха подиспелит. На ДД есть у Лукашенко? Так, а почему им просто не поменяться, когда пойдет Пал возьмет на себя и поведет его к стене, и все, я ничего не буду делать, просто буду бить себе. Нет, пускай Пал просто потанчит, а ДК по ДДшит. По ДДш. Там друид вылез. Сейчас выйдет. Андрюша, у тебя ответственная задача диспелить. Не, сейчас смотрите. Сейчас, вот вы видите, сколько секунд еще было до разделенных мук? Это второй. И... Это вторые муки уже. Охуенно, блядь. Мне первое даже не показало. Я только их увидел, когда, блядь, он уже половину прокастовал. Я с ним хуя не успел съебаться. Блин, вернулся. У тебя есть охуенная способность прыгнуть нахуй, когда ты тыкнул. Захожу. Чувствую, температурка поднимается. Только вы когда будет это... дух, вы только ник скажите, и все. Не надо там орать. Я. Иди сам. Встань по центру. Я и так по центру буду стоять. Ну, тебе будет все видно. Все равно будешь видеть. Так а если у вас там компания будет вашей? А ты шайки. Ну, тебе сообщат. Ну и сам смотри. Так, блядь, а ну дайте я найду этого, сука, подлеца ебаного. Какие-то вьетнамские флешбеки пошли, блядь, рыбу поставил. Кого? Вьетнамские флешбеки. Прикрыть зайти не может. А где его могила? Резните через могилу. Он встал. Туда не кости остались. Мы даже босса еще не били, я уже чего-то 600 сапанул. Получилось? А че ты? А, Андрюша, извини. Извини, Андрюша. Ну, зашел. Ты шо, мимо, что? Мимо классно, ты шо. Мимо Андрюши попал, блин. Правильно Андрюша что заметил. Без вины виновен. Не, похуй, когда за косяк, ебать. Когда ты сидишь и без смотришь. Без вины виновен, прям фильм вспомнился. Дубик, беги быстрее. А Зенику зашел, блядь, его ж нету. За это и дал, блядь. Вот именно. Был бы еще бы добавил, нахуй. Придет добавка. Получается, ему повезло, блядь. Да. Опа-ца, Илюха обратно бежал и не добежал. Начинаются эти приколы, ебать. Я бегу, да? И не бегу, нахуй. Ч,
Сейчас я попробую роутер перезагрузить. Илюха по матрице побежал. Как в Ульдуаре, меня слышно? Раз 10. Сейчас, секунду, перезагружу роутер. Вот так. Давай, Дубик. Блядь, ну да, фу, сука, фу, просто ебаная мерзость, нахуй. Блядь, ну хоть зубы перестали болеть. 2 из 6. Кстати, восьмерочка, Саня, зарастает только в путь. Да. Он говорит, уже охуенно, даже опережаешь мои ожидания. Сейчас пока Дубик раму нас соберет, блядь. А ты в этом бить будешь? В ПВПшном? Я? Не ты. Ох, он там косарей 8, да. Аж мод ПВП? Да, устойчивость. А да, я думаю, 6, да. Вот да, предположение. Зато можешь поставить на зону антимагии. А это уже аргумент. Я релогнусь, пока Дубин заходит. Тоже зайду, короче, пока. Выйду, пока там Дубик матрицу свою настраивает. Да. Ты тут его видишь? Марк, а ты знаешь, что я боюсь насекомых? Да, иди.